Друзья, привет! Я Фикс Прайс на Большевиков 33, Санкт-Петербург. Поступили классные новинки из новой коллекции. Сейчас все будем рассматривать, оценивать. Приятного вам просмотра! И первая новинка – это декоративная клетка, называется «Птички». Золотистого цвета, изготовлены из углеродистой стали. Отличные композиции получатся из цветов или светодиодной ниточки. Цена 349 рублей. Декоративный LED-светильник в виде шара. Работает от батарей, которых нет в комплекте. Это боросиликатное стекло. Внутри настоящие сушеные веточки растения. Световой поток 2 люмена. 399 рублей. Красиво очень смотрится. Продолжение новой серии. Зеркало в виде капли. Оправа изготовлена из стали. Покрашена под золото. И небольшая петелька для подвеса. Цена 199 рублей. Посмотрите, какая рамка для фотографий. Называется Empire. Золотая. Объемные цветочки, листочки. Состав полирезин, стекло, сталь, картон. 399 рублей. Она тяжелая. Декоративная подставка для аксессуаров с зеркальцем. 5 крючков. Также золотистого цвета. И вот эта вот подушечка, она мягкая. Там, наверное, поролон внутри. Это окрашенная сталь. Цена 349 рублей. Вот показываю вам, какая она мягкая. Вот эти подушечки есть бледно-голубые, салатового цвета. Симпатичные. 349 рублей. Часы из новой коллекции. Диаметр 30 сантиметров. Золотые цифры. Золотая оправа. Состав. Сталь, алюминий, стекло и полипропилен. Работает от батарей, которых нет в комплекте. Есть на белом фоне золотые цифры, на черном огромные просто цифры. Есть цифры помельче. Цена 399 рублей. Первый раз такой фикс прайс. Плетеная корзина с крышкой, сделанная с хлопка и полиэстера. Очень плотный материал. Держит форму. Цена 349 рублей. Есть беленькие. И вот такие пестрые. С бежевым оттенком и серенькие. Также есть корзины овальные с крышкой. Но они уже с блесками. Есть серебром светлое. Также есть бежевые, серые с серебром, а есть золотой ниточкой. 349 рублей. Мини-щетка для одежды и обуви с ручкой. Ручка сделана из древесины бука и с восковым покрытием. Щетина жесткая, искусственная. Есть щетина белая, есть черная. 69 рублей. Хорошенькие. Мышь компьютерная, проводная, оптическая. Удобная форма, рифленое колесо прокрутки. Длина провода 120 сантиметров. Очень симпатичное сочетание цветов. Голубое с белым и вот это красивое. Цена 174,50. Набор подарочных пакетов с ручками, 3 штучки. Посмотрите, все наборы разные. 79 рублей. Свеча, тыковка маленькая, вновь появились. Сделаны, кстати, из воска. 59 рублей. Бальзам для волос Глискур. Экстремальное восстановление. В составе жидкий кератин, экстракт
жемчуга, 200 миллилитров, Россия, 149 рублей. Мужской дезодорант от Фа, соблазняющий аромат, 174,50. Такая краска, по-моему, первый раз. Фикс прайс. Краска уход для волос Эстель. Не содержит аммиак. В упаковке туба с краской. Флакон-аппликатор с оксигентом. Саше с шампунем для волос. Туба с бальзамом. Перчатки. И подробнейшая инструкция. Производитель России, Санкт-Петербург. 199 рублей. Нашла светлый шатен, светлый блондин, пепельный, светло-русый, коричневый, фиолетовый. Может быть, в ваших магазинах будут другие цвета. У нас только такие. Или разобрали уже. 199 рублей. Парфюмированное мыло в очень красивой бутылке с золотым дозатором. Какой аромат не написано. Пол-литра, 133 рубля. Новая игрушка попрыгунчик Монстрик. Надо поставить игрушку на горизонтальную поверхность, нажать на нее сверху, отпустить, и игрушка подпрыгнет. Можно устраивать соревнования монстриков по прыжкам в высоту. Смотрите, какие они яркие, симпатичные. 39,50. Игрушка пазл с 3D-эффектом. Размер сборного пазла 52 на 32 сантиметра. 88 деталей. Собранная красочная картинка с 3D-эффектом еще будет и переливаться. Очень большой выбор различных картинок. Цена 199 рублей. Поступила новая партия антискользящих вешалок. 5 штук в наборе. Нержавеющая сталь и покрытая ПВХ. Столько вот расцветок симпатичных. 149 рублей. А это новинка, тряпка для уборки. Многослойная, суперэффективная, долговечная. Использованный слой можно снять, и тряпка как новая. Также можно мыть от стен до зеркал. 99 рублей. Контейнер универсальный, объем 5 литров, размер 17 на 30 и 13 сантиметров. Перегородки переставляются, контейнер на роликах. 299 рублей. Новые складные коробки, они без крышки. Вот такой куб, 25 сантиметров. И все расцветки, как шкура змеи или как-то кожа змеи. Только разные оттенки. Серый, коричневый и черный. Цена 149 рублей. Очень плотные, кстати. И поступили чехлы для одежды в тон. 120 на 60 сантиметров. Нетканый материал и ПВХ. Также под змейку. 124 рубля. Три оттенка. Пледы поступили 150 на 200 сантиметров. Очень толстые, кстати, будут точно теплые, но все однотонные. Полиэстер, 399 рублей. Серые, голубые, бежевые. И коричневый один плед. В отдел посуду, по-моему, ничего нового не привезли от золотистой коллекции. Вот все, что осталось. Правда, у таких стаканчиков двойные стенки пока еще много. 199 рублей. Конфетницы большие, немного осталось. Маленькие разобрали с белочками и с оленями. Вот салатники по 133 рубля привезли. Это новенькое, толстое стекло, кстати.
баночек немного осталось. Ёжики, кружки по 83 рубля и тарелочки также с ёжиками, танцующие с одуванчиками в наушниках. Это я вам показывала тарелки из опалового стекла в форме цветочка. Стиль лофт, пожалуйста, вам и подставки, и корзин для фруктов. А вот это я даже не знаю, это новое или старое. Тут нейлон и полипропилен. По 79 рублей все. И половники, и лопатки. Уже даже не знаю, новое это или старое. Девочки на кассе настоятельно рекомендовали мне, чтобы я купила вот эту горбушу натуральную, Курильский берег, состав горбуша, куски и соль. Больше ничего. Удобный замок на крышке, стоит это 116 рублей. Пока не открывала, но они говорят, очень вкусно, и взяли по несколько банок. Я им верю. И купила я вот себе вот эти салфетки «Суперэффект». Открыла. Они такие, как будто влажные на ощупь. Ну вот столько слоев. Посмотрим. Завтра начну мыть. Потом расскажу вам, как она. Вот, пожалуйста, слой. Если что, можно снять, если он будет грязный. Саш, вот он-то, Саш. Пустой совершенно здание в 1906 год. Помещался в драматический театр, которым руководила русская артистка, выдающаяся, комиссар Жевская, Вера Федоровна. Садовая улица. Да, там Михайловский замок впереди. Слева. Мальчик хорошенький такой, новый. Манежная площадь. Туда не пойдем, недавно там были. Манеж. И свернем на Малую Садовую, пешеходную зону. Это дом радио, такого кирпичного цвета. Вот, дошли. Все растения уже убрали. Площадь Островского впереди. Екатерина Великая. Елисеевский слева. В кафе греться. Горяченький. Вы простите, но именно здесь я сидела в последний день. Саш. Пока крутится, но будут заморозки, его заменят на зимний шар, который будет стоять. Воду выключат. Екатерина. Вот Елисеевский. Ну все, Невский проспект. Смотрите, Думская башня. Помните, мы там два раза были. Один раз с Сашей. И второй раз с детьми была. Садовая улица. Если туда идти, до земной Садовой площади дойти можно. Ну и доехать.
ничего здесь только не продают. Все хотите. Футболки, платки, шапки, игрушки, кружки. Что хотите. Ой, коты. Уже, наверное, тысячный раз мы отсюда с вами выходим. Друзья, спасибо вам за внимание. Прогулка наша заканчивается. Но так как в субботу у меня был выходной, я очень долго гуляла. Так что завтра мы начнем новую прогулку. Шикарно, я считаю. Я с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Пластинка. Но внутри почти пусто. Вся в магазинах, конечно, но там дорого. Ну, как-то не очень интересно. Все. Пошли в метро.